Я прикажу оркестру где-нибудь в людном месте в память мастной исполнить выпуклые попури. Из грациоз его же слушайте, капельмейстер, будьте построже с темпом для партитур. Козырь! Принцем изящной ноты умер седой композитор. Автор Таис учился у Амбруаза Тома. А прославитель Гёте, как вы мне там не грозите, это король мелодий, это изящность сама. Хитрая смерть ошиблась и оказалась нехитрой. Умер масный, но умер тут прозвучало как жив. Палочку вверх, маэстро, вы, господа, за пюпитры. Мертвые живых озвучит творчество душу вложи. Смерть ошиблась и оказалась нехитрой. Умер масный, но умер тут прозвучало как жив. Палочку вверх, маэстро, вы, господа, за пюпитры. Мертвый живых озвучит в творчество душу вложи. Хитрая смерть ошиблась и оказалась нехитрой. Умер масный, но умер тут прозвучало как жив. Палочку вверх, маэстро, вы, господа, за пюпитры. Мертвые живых озвучит в творчество душу вложи. Я прикажу оркестру где-нибудь в людном месте в память масно исполнить выпуклые попури. Из грациоз его же слушайте, капельмейстер, будьте построже с темпом для партитур. Козыри. Принцем изящной ноты умер седой композитор. Автор Таис учился у Амбруаза Тома. А прославитель Гёте, как вы мне там не грозите, это король мелодий, это изящность сама. Хитрая смерть ошиблась и оказалась нехитрой. Умер масса, но умер тут прозвучало как жив. Палочку вверх, маэстро, вы, господа, за пюпитры. Мертвые живых озвучит творчество душу вложит.